Друзья, всем привет! У нас сегодня в проекте 4 одинаковых единицы будет лесных машин на базе тракторов 82.1 Минской сборки. Машины будут комплектоваться лесной защитой, лебедкой, толкателем. Сейчас поподробнее расскажем, что делается в данных машинах. Так, всем привет! Сегодня хотели вам показать трактор, который готовится у нас к максимальной лесной защите. Здесь вот заменили стекла на металл 4 мм. Крепление для отвала лесного. Сняли колеса для того, чтобы их развернуть диски и пошире сделать. Задние колеса тоже будут другие, широкие. Здесь у нас защита заднего моста. Пока тут у нас это вот экспериментально все, как для того, чтобы размер снять. Но будет она вот отсюда, вот от этих мест. И прям до конца. И будет еще защита днища трактора. И спереди будет закрывать цилиндр. Вот здесь вот так вот. Мы вам это потом покажем. Тут вот здесь тоже поменяли металл, поставили двери, сняли, на двери будут навариваться решетки, на заднее стекло решетки, боковые стекла будут закрыты, крыша, и от крыши к капоту будет все закрыто. Колеса задние поменяем. Вот комплекты решеток на двери и большие, вот это на задние стекла. Все подготовили, сварили, зачистили, все приварили, осталось покрасить. Вот. На одну решеточку не хватило сетки. Сетку мы докупим, приварим. Вот колеса развернули, будет пошире. Два колеса.